Тем временем Дагестан направил более 2,5 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр республики Артем Сдунов на совещании в режиме ВКС. Деньги поступили как из федерального, так и из регионального бюджета. Они будут направлены на стимулирование выплат медработникам, закупку дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты. Кроме того, в Махачкале в сутки производится порядка 10 тысяч защитных масок. Артем Сдунов поручил привлечь к раздаче масок волонтеров и раздать их тем, кому они сейчас необходимы, а также задействовать для этого государственные аптеки. Мы на штабе очень оперативное решение принимаем. Вы знаете, в течение суток принимаем распоряжение и средства выделяем. Самое главное, чтобы они сейчас доходили до врачей, доходили до лечебных учреждений.